Дорогие зрители, это очередная трагедия в российском шоу-бизнесе. Сегодня рано утром на многих российских сайтах появилась информация о том, что сегодня ночью пропал без вести известный советский российский актер театра и кино Аркадий Инин. Соседи сообщают о том, что видели, как он в 3 часа ночи вышел из своей квартиры, и больше его никто не видел. На данный момент его поисками занимаются даже сотрудники полиции. Родственники уже обратились с заявлением в полицию, чтобы полицейские помогли отыскать актера. Его мобильный телефон отключен, в квартире нет денег и документов. Что могло произойти с известным советским актером кино Аркадием Ининым, пока никто не знает. Будем надеяться, друзья, что уже завтра на утро мы сможем сообщить вам подробности данной трагедии. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, смотрите наши новости каждое утро.